Директор красноярской компании снял на видео, как сотрудница налоговой службы взяла у него 200 тысяч рублей. По данным Следственного комитета, женщина – главный инспектор отдела выездных проверок налоговой службы Центрального района. Она пообещала за отдельную плату уменьшить сумму налогов и пени. Деньги директор компании передавал в два этапа. Все зафиксировано на видео. Так, в общем, тогда получается, получается, как договаривались, в пятницу еще 300. Угу. То есть, в общем-то, можно сказать, ну, тогда до пятницы, но единственное, Вовка, он как бы им постоянно деньги дает, так стонет. А все ли будет нормально? Нет, я же вам сказала, что... А точно не надо будет никуда ходить? На сотрудницу налоговой завели уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.